Всем привет. 65к на балике. Хотелось бы до сотки дойти, давай по 5000. Так, ну футбласт забрал немного. Ладно, надеемся на что-нибудь хорошее. То же самое, блин. Серьезно. Понял. Ну, может, что нормально хоть? Че, серьезно, 5.02? Даже X1 не падает. Не, фрубаст, покажи все. На сегодня сказал, хватит. Ну, последний раз. Ну, хотя бы. Все равно минус, конечно, но... Уже не такой большой. Так, погнали, значит, Одиссей. 5 кейсиков. Давай еще. Ну да, попробуем зеленые. Есть! Есть зеленка, офигеть. Не, ну слушай, Одиссей сегодня реально лучший. Вот реально просто лучше. 89 тысяч. Ну просто сказка. Так. До сотки прям немного. Попробуем под 17 вторую тактику. 1000, семерка. Не повезло. Давай двуху. Че ж так? Ладно, 4. 9. Блин, что-то все больше падает. Есть! Есть семерка. 95. 95 косариков. Ну офигенно. Ну прям немножко осталось до соточки. Так. Так, в коктейль. По 2,5. Что-то боюсь пятерку ставить. Ну, видимо, не зря. Ну, сейчас пару раз попробуем. Если он так будет сливать, то смысла ноль. Ой, ясно. Тут зато и вишни, и яблоко. Когда не надо. Понятно, яблоко. Прекрасно. Ну... Зато сейчас не падает. Ну, я понял, коктейль, все понятно с тобой. Так. Может, кристалл добьет? Нам занос какой-нибудь 5к. Ой-о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 й. Ой, ты посмотри, что творит. Почти X10 с первого клика. Охренеть. Охренеть. Это даже лучше, чем Одиссей сделал. Кристалл просто разорвал эту катку. 126 тысяч. Капец. X2 баланса сделали. Это офигенно. Блин, ну я тогда сейчас сделаю 130. Я скрэч не хочу рисковать. 130 мы будем делать на дайсе. Где он вообще? Потерялся что-то. Что-то я что-то 1000. Ну, пару тысяч надо забрать всего лишь. Так, ну и 300 рубасиков. Просто 300 рубасиков дай мне и хватит на сегодня. Ну, что подвис? Не все так просто, как обычно. 600. Есть. Все. 130 тысяч. Просто реально. X2 баланса сделали в этом ролике. Сегодня мы в офигеннейшем плюсе. Я надеюсь, у вас также. Давайте будем все-таки прощаться. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем такой же офигеннейшей удачи. И всем пока.